Всем привет, это Сергей. Сегодня я хочу вам показать обзор на отель Grand Center Point Паттайя, который расположился в северной части Паттайи, прямо у терминала 21, у торгового центра. Давайте же посмотрим, что тут есть прекрасного. Очень круто. Посмотрите, как красиво. Очень симпатично. Здесь стойка ресепшена. Очень все стильно. Тоже все в современном стиле очень сделано. Смотрите, какие украшения. Здесь зона лифтов. И, конечно же, мы с вами идем смотреть туалет сначала при входе. Итак, мы заходим с вами в туалет. Ну, конечно, супер. Все чисто, зачет. Мы идем с вами в зону лифтов. Посмотрите, какая красота. Мы с вами находимся на этаже F, так называемом. Пожалуйста, можете поиграть в бильярд. Смотрите, все как красиво. Люди пошли в тренажерный зал. Сейчас мы с вами посмотрим тоже его немножко. Впечатляет? Да. Ну, это не штанга, это почти как штанга. Но есть хотя бы. Уже плюс. Смотрите, какая красота. Просто я хочу такую штуку себе домой. Она просто прекрасная. Вообще. Посмотрите. Такого бирюзового цвета полотенца. Идемте смотреть с вами дальше. Смотрите, какая красота. Опять прекрасный потолок. Смотрите. Это летающие птицы. Вернее, рыбы. Летающие рыбы. Просто огонь. Смотрим дальше. Так, вот мы с вами пришли в то место, где люди завтракают. Смотрите, как все классно. Чисто, очень стильно. Ну, прям вот 5 звезд есть 5 звезд. Отель оправдывает, это точно я вам могу сказать. Поэтому люди, которые имеют возможность, например, вдруг вас закинет в Паттайю снять здесь номер за очень дорого, то вы не пожалеете. Идемте дальше. Начинаем смотреть зону бассейна. Очень симпатично. Посмотрите, сколько здесь зелени. Слева здесь комната для завтрака. Попробуем ее тоже заснять попозже. Смотрите. Как классно. Ну, дети тут точно ваши будут в восторге. Точно я вам говорю.
барная стойка. Отель прекрасный, просто прекрасный. О-о-о. Супер. Итак, мы входим с вами в номер, который нам дали для просмотра. Очень все новое, отелю всего 4 года. Действительно очень впечатляет. Номер небольшой, но двухкомнатный. Новое белье, новая кровать, все новое. Так, сейчас мы попробуем с вами выйти на балкон. Ну, вид, конечно, прекрасный. Смотрим дальше. Все классное, стиль отеля крутой. Заходим во вторую комнату. Видите, да, две кровати по 1,5 метра каждая, по 1,40 м вернее. Здесь вы можете также поработать, сидя на ноутбуке. Также есть балкон. Смотрите, какой красивый вид тоже из него. Симпатично, очень симпатично. И здесь у нас тоже во второй комнате присутствует санузел. Здесь вода, холодильник, тапочки. Ну, в общем, все, что нужно для отелей. Прекрасные вешалки с широкими плечиками. Зачет. Зачет. А. Супер. Итак, мы с вами заходим. Другой еще номер нам дали, показали прекрасные наши товарищи. Этот номер намного больше. Цену я вам скажу в конце видео. Прекрасный номер, огромная ванная комната. Посмотрите, какой вид. Вот честно, прям вот очень впечатляет. Я очень придирчив к чистоте, к отелям, и особенно которые хотят много денег за свой номер. Не всегда это оправдывает, как вы знаете. Посмотрите, как классно. Вот сидишь здесь, принимаешь ванну, вернее, лежишь и смотришь на море. Впечатлен, впечатлен. Здесь у вас мини-гардеробная такая. Тут балкон. Смотрите, тоже вид прекрасный. Давайте же посмотрим, какой у нас еще, какая комната у нас еще есть здесь. Это спальня. Например, вы приехали с двумя детьми. Вот, пожалуйста, детей можете разместить здесь. У детей будут свои условия. Ну, это, в принципе, отдельный номер, просто он соединен. И тоже балкон. 5 из 5. Вот честно вам говорю. Пошли дальше. Также на этаже, пожалуйста, есть бесплатный лед. Приходите, берете. Ну, напитки это уже, конечно, за деньги. Ребят, смотрите, номер, который поменьше, стоит 15 тысяч рублей за ночь в низкий сезон, включая завтрак. Тот номер, что побольше, где ванна у окна, стоит 22 тысячи рублей за ночь, тоже включая завтрак. Оба номера рассчитаны на 4 людей. Поэтому вот если вас трое, четверо, вот рассчитывайте на эту сумму. Дорого-недорого, красиво-некрасиво, судить вам. Мне очень все понравилось. В принципе, я могу рекомендовать этот отель действительно как классный 5-звездочный отель. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду стараться здесь выкладывать интересные отели, обзоры и так далее. Всем пока!